Если вы хотите эффективно взаимодействовать с ребенком, вы должны находить общую платформу для этого взаимодействия. На каждом уровне взросления ребенок понимает какую-то свою вещь. Значит, вот там, да, когда он находится до 7 лет, например, его отношения с другими людьми вот, вообще очень-очень формальные. И то, что в детском саду происходит, это не такие как бы несерьезные социальные игры. Вот когда ребенок поступает в школу, и он переживает кризис 7 лет, вот, дальше у него возникает другой период. Он действительно начинает задумываться про тех ребят, девочек и мальчиков, с которыми он оказался в классе. Вот. И это время, когда вы можете обсуждать, как правильно себя вести, почему одни дети реагируют так, а другие дети реагируют иначе и так далее. Но если вы делаете это до 7 лет, то ребенок не слышит ваших объяснений.